блин, ребят, заметил то, что сейчас очень много мусульман активизировалось по поводу вот этого вот конфликта Израиль-Палестина, да, и в том числе там всякие очень большие музыканты, блогеры, бойцы, даже Хабиб там начался постить, короче, типа вот там, это неправильно, туда-сюда. А когда, ну, произошел вот этот вот дикий конфликт между Россией и Украиной, они все сидели, короче, и молчали. То есть там я, жопа не моя, не высказывались ни за и ни против, просто сидели, короче, молчали. Мне вот интересно, а почему это вот так вот работает? Вот. Блядь, мне кажется, что это много о чем говорит. Странно, да? И вот они там начинают постить вот эти все очень жесткие, трагичные видео, там, картинки, как там дети страдают, умирают, там, невинные люди, короче говоря. И у меня такое, знаете, чувство несправедливости возникает мгновенно. Это, конечно, не мое дело, они там живут, как они хотят, топят за что хотят. Но я так сразу понимаю, да, за украинцев, короче, у меня. Вот когда вот этот конфликт, самый разгар там начался, там тоже были очень жуткие зрелища, нахуй. Я, конечно, не знаю ничего про Донбасс там и так далее, может быть, там тоже были, блядь. Но не суть. Суть в том, что, ну, как бы для меня все люди одинаковы, что как бы в России, что в Украине, что в Палестине, что в Израиле. Вот, и типа и дети везде одинаковые, и, ну, мирные жители тоже, они везде одинаковые. Почему вот они выбирают только одну какую-то сторону? Мне вот это непонятно, если честно. И у меня прямо так, блядь, типа, ну, лице. Но чем больше новостей читаю о том, что там происходит на Ближнем Востоке, тем больше убеждаюсь в том, что Третья мировая, ребята, не за горами. И когда я говорю то, что вот готовьтесь, и те, кто и здесь, в Штатах, и в Европе, те, кто улетел из России, там, а у него там остались родственники там и так далее. Готовьтесь, нахуй, ребята. Я искренне верю в то, что скоро ко всем придет в дом война. И нужно будет выбирать, хочешь ты, не хочешь. Я в этом убежден. Если вот это вот очень скоро все не закончится, то грядет Третья мировая, и это будет очень страшное время. Очень страшное. Разделяй и властвуй.